Айрат Загриев, 43 года, город Москва. Я по образованию актер, также я телеведущий, радиоведущий, ведущий масштабных мероприятий и ведущий детских мероприятий. Съемочный опыт есть, я играл в сериалах, я играл в полных метрах, в клипах играл, также играл в коротких метрах. Когда я жил в Казани, я вообще работал на одном телеканале, он называется «Первый городской». Я там вел утреннее шоу, будил всю республику. Потом, когда я уехал в Москву, я работал здесь на канале «Москва-24», программа «Рейд». Там были убийства, там алкоголики, наркоманы, но это не мое, потому что там столько негатива и... Мне было тяжело. Принимал участие в танцевальном конкурсе «Давайте потанцуем», занял там 3-е место. Ча-ча-ча, румба, вот это вот все. Занимался также сценическими боями, навык остался все-таки. Фехтовать я умею. Люблю баню, каждое воскресенье хожу туда. А зимой, конечно, сноуборд. Ездил на Бали, занимался серфингом. Жил там в серф-школе целый месяц с тараканами вообще в номерах. Это было очень круто. Люблю помогать людям, у меня свой благотворительный фонд. Ненавижу высокомерных людей, вообще терпеть не могу. Не люблю хамство. Я держусь. Потом бывает, конечно, пожар просто. Так как я веду еще ивенты разные, да, и ко мне как-то в танцевальный перерыв подходит девушка. В красивом платье, красивая девушка. Она говорит, помните, у меня был рак, и вы для меня сделали благотворительный вечер. Вот я сейчас такая, я живая, спасибо вам большое. Я прям там чуть не расплакался, честно говоря. Я бы хотел сыграть в каком-то биографическом фильме. Может быть, человека, который был плохим, но потом исправился. Мне вот это интересно. Как есть такое выражение, которое мне очень нравится. Человек с плохим прошлым может построить прекрасное будущее.